Не поленились и перевели специально для русскоязычной аудитории свежие видео с кадыровского совещания. Придумать театральную постановку банальнее было бы трудно. Кадыров сидит на совещании, потом резко звонит телефон, он берет трубку, ставит на громкую связь и героически раздает приказы своим одноразовым о том, чтобы они заботились о мирном населении, особенно женщинах и детях, давая им все необходимое. В ответ раб говорит хозяину, что они уже сказали тем о великодушии и милости падишаха. Само мирное население не слышно, потому что его и нет, просто наспех состряпанная постановка, мол, падишах послал своих пехотинцев, чтобы они спасали мирных людей от самих себя. Кадыров, тебе бы в актеры российских сериалов пойти, вот это место для тебя. И сейчас мы сядем на мелдине, да, он, да, мы сядем на марша лучше, мы говорим, что здесь дигду, да, ты связи уж мы сядем, хоть ах, телефон твой, и еще чулты, да, мы сядем, да, он, сейчас дикаш, да, сядем на марша лучше, мы говорим, ты еще им осу, мы дождь, ты еще, ну, хока, дик, да, он, да, ты дела, да, шейт, эх, когда дач, да, он, коч, кичи, душа, да, он, обеспеченность, да, на высшем уровне, ю, да, он, цад, лазина, цад, он, пелкар, им так вот, единственное, мы, это меня обороны, ши, Вел, я лазин возег, вел должен встать за махл достан. Это как раз хаяч мужу. Украинцы будешь? Наша обязанность помогать народу украинскому в первую очередь. Максимально хаушил, население максимально водит.